А если кто-то сидит в черном, это я читаю, высокие в цепях. Но какая разница в цепях, не в цепях, черный или не черный, но просто темно, и мы их всех как бы предполагаем, видим их черными. Все равно вы спрашиваете, кто ты, зачем ты, ну, начинайте диалог, потому что, ну, какой бы он ни был, он пришел к вам, и, по крайней мере, он же вас не съел, не задушил, не сгрыз, пока вы спали. И, безусловный страх, конечно, есть, и у меня он также был, но понимаете где-то подсознание, знаете, что с ними нужно взаимодействовать, разговаривать, и тогда, ну, вот те, кто приходил, они стали, ну, как скажем, моими хорошими помощниками и как добрейшие души персонажи. Поэтому к вам, вероятно, будут приходить подобные.